Жлобинские пляжники в топе. В Гомеле сегодня завершились областные олимпийские дни молодежи. Состязались спортсмены в возрасте 16 лет и моложе. У юношей на высшую ступень пьедестала почета поднялись воспитанники Жлобинского центра олимпийского резерва Артем Шарай и Антон Сабуров. В решающем поединке жлобинчане обыграли тандем из гомельской «Дюшор Энергия» Сергей Петрусев, Антон Белоусов. На третьем месте еще одна пара из Жлобина – Вячеслав Хапанков и Богдан Готовцев. У девушек золото и серебро отправляются в Жлобин. Алина Чекилева и Дарья Шинец заняли верхнюю строку в итоговом протоколе и получили право представлять область на республиканских олимпийских днях молодежи. Мандраж. Мы думали, что мы не выиграем, но мы молились там. В общем, было страшно, но мы смогли, мы поедем. На втором месте еще один жлобинский тандем – Валерия Рожкова и Дарья Белош. Бронза у воспитанниц «Дюшор Гомель-Стекло» Марии Арьковой и Яны Грековой. На республиканских олимпийских днях молодежи по пляжному волейболу, которые пройдут с 10 по 12 августа в Молодечно, наш регион представит победителей и призеры областных состязаний. Ребятам под силу быть в призах. Но еще будут проводить учебно-тренировочные сборы в Гомеле и в Жлобине. Поэтому все будет зависеть от их функциональной подготовки, от их настроя, ну и желания победить. Уже в ближайшую пятницу и субботу песчаные площадки стадиона «Луч» будут принимать первенство области среди спортсменов в возрасте 17 лет и моложе.